Так, всем привет. В общем, решил сегодня помыть Запорожец, потому что до мойки не доеду, тормозов нету. Тем более страховки и машина вот в таком состоянии. В общем, здесь плесень, все дела. Грибок. Вот грибок. Хочу помыть содой, щеткой, в общем. Вот сейчас снег стряхнул. Сейчас попробую помыть его. Видите, на нем какая-то мох, грибок. Ну, обычной щеткой уж. Все равно я буду его перекрашивать в какой-нибудь цвет. Ну, решил помыть. Выехал со двора, чтобы во дворе грязь не разводить. Сейчас смою эту всю плесень, грибок. Пускай будет в таком чистом состоянии. Арки, конечно, не помоешь, но все равно хоть по кузову будет она чистая. Будет деревенская мойка у нас, в общем, сегодня. Я уже этот приготовил. Соду, уксус приготовил. С водой разбавлю, потому что грибок, уксус. Все отмывается только с помощью соды. Также вот приготовил вот такой шампунь. Полирующий эффект. Сейчас попробуем с ним помыть. Так, ну смотрите, вот уксус, сода и шампунь. Немного отмыли машину. Вот такой цвет у него. Крыша плохо отмывается. Вот этой щеткой чистил. Вот тут какой-то типа плесень, что или грибок. Если вот так щеткой почистить, она хорошо отмывается. Где там еще мох был? А, вот еще мох надо отмыть. Сейчас я его ковыряю. Так. Вот здесь вот еще вот типа мох. Хорошо отмывает, в общем. Шампунь с содой помогает. Пол крыши отмыл. Так, ну вот, в принципе, немного, так сказать, отмыл. Ну, не идеально, конечно, но я, главное, хотел сегодня это сбить. Вот этот, который был, мох, грибок, хотел сбить. Так, взбил немного. Внутри там все попротирал губкой. Такая влажная уборка. В общем, все, заезжаю. Сегодня у нас главное тепло. На улице, наверное, плюс один. Поэтому решил помыть.
Ну, внутри-то он чистый, видите, здесь вообще грязи нету. Тут чистоган внутри. У него снаружи, видите, грязь была. Внутри так помыл слегка. Спанали, пыль сбил, сидушки протер. Вот такой вот цвет у него. Кстати, он посветлее стал немного. Даже здесь немного вот так покатался. По счет колес кто-то спрашивал. Это резина старая, я 400. 175 на 70, R13. Обычная, по-моему, 13-я покрышка. Завтра, послезавтра буду заниматься тормозами. Попробую подключить бак. Тормозами не занимался, занимался гаражом. Потолок обшивали. В общем, на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.